Босс, я его поймал. Отлично. Не рыпайся. Эй, вон из моего заведения. Присаживайтесь. Так это ты тот самый бандит. Слушай, я министр внутренних дел. Я пришел сюда, чтобы ты помог мне с одной очень опасной персоной. Его имя Ллойд Копперфилд. Поймай его и принеси в мэрию. Он сейчас находится в салуне в Бронз-Сити. Будь аккуратнее, у него есть мафия. Удачи, Резуард. Отведи его. Так точно, сэр. Я сказал вон. Чтоб ноги вашей здесь не было. Заткнись ты уже, комик. Давай, мы ждем тебя. О, еще один бухатель пришел. Ну садись, не боись, не откушу хребет. Я слышал, ты бандит, вступишь в нашу группу. Нет, ну ты и смеели яйца, как стадо овец. Ну, не хочешь, как хочешь. Уходишь так быстро. Стой, где ты это? Отпусти меня, что ты себе позволяешь? Я высокопочитаемый человек. Эй, отдай мои деньги. Ах ты, зараза. Когда я до тебя доберусь, я порежу тебя на кусочки и спущу тебя на крохотные песчинки. Пошел, пошел. Отлично, спасибо. Заткнись уже. Все, теперь еще одна задача. Ограбь пароход. Пошел. Резуард, утопить. Так точно, сэр.
стоять! Посиди пока тут. Садись, подписывай листовки. Извините, задержался. Сейчас подпишу. Свободен.